Я вот тортик купил и конфетки твои любимые. Будем чай пить? Ну да, можно. Костя тебе рассказал про ту женщину, с которой в ресторане сидел? Она под меня копает. Ей уже принадлежит практически весь этаж, и остался только я. Она хочет выкупить клуб. Ты не продавай. У нас дела очень плохо идут. Абонементы вообще не продаются. Может быть, я могу чем-то тебе помочь? Коля, я, ты знаешь, все готовое для тебя сделать. Я знаю, что и ты для меня готов на все. Мы же семья. Пожалуйста, давай больше не будем молчать. Давай всегда обо всем рассказывать друг другу. Иначе, ну, тяжело, и это неправильно. Да, давай. И давай я, наверное, первый начну. Нет, можно я? Хорошо. Мне сегодня на улице стало плохо, но это быстро прошло. Мне помогли. Аня, это уже не шутки. Я разговаривал с моим врачом. В общем, гипертония, высокое давление, это, ну, может вызывать, вот, ну... Короче, Ань, ты должна сделать аборт. Что? Ты понимаешь, что ты говоришь? Да все я понимаю, как сложно тебе и тяжело это слышать. То есть из-за каких-то твоих смутных опасений я должна убить своего ребенка? Во-первых, это не твой ребенок, а наш ребенок. Во-вторых, ну он еще не нужен. Что он еще? Пань, пожалуйста. Только бесчувственная скотина может такое сказать. Объект застукан за любовной перепиской. Кость, ты офигел? Нельзя же так подкрадываться. А, то есть тебе можно, а мне нет? Давай, рассказывай. Кому строчишь? Не я ему, а он мне. Я же не знаю, как отвязаться. Виталик, что ли? Ну да, Виталик. Надо его в бан отправить. Ага, ну-ну. Чего домой не идешь? Неохота. А ты чего? И мне тоже. Мне кажется, им сейчас даже друг с другом трудно. Вот ты говоришь, ты недавно видел моего отца с какой-то теткой? Ну и? Ну, а я видела сегодня твою мать, выходящую из машины какого-то мужика. Да ладно. Угу. А это не мой отец был? Не-не, я же видела твоего отца. Ты меня, конечно, извини, но он плюгавый. А там, ну, красивый, статный мужик. Странно. Ладно, я поговорю с ней. Ты тут долго не засиживайся, поздно уже. Давай. Мамуль, привет. Что-то случилось? Да нет. Ерунда. Мам, я же вижу, ты какая-то грустная. Мам. Кость, все так сложно сейчас. Все в порядке. Расскажи лучше, как у тебя дела. Да у меня все нормально. Уволился. Что? Почему?
Ну, решил, что на двух стульях и так не усижу, а курьером я во Франции смогу подработать. Заодно и Париж узнаю. Ты молодец. Ты очень взрослый. Принимаешь такие сложные решения. Это тяжело. Молодец. А что у тебя с рукой? Это перелом? Правая рука. Мама. Что? Ну, это просто растяжение. Точно? Да. А почему? Что случилось? Да, девушку спасал. От хулиганов? Нет, от ящиков. А что за девушка? Кто-то обещал не лезть в мою личную жизнь. Ой, ну все, не лезу. Мам. Ты думаешь, мне не дорог этот ребенок? Но ты важнее, и если с тобой что-то... Давай отложим этот разговор. Я сегодня иду в больницу к другому врачу. Мне нужно будет сдать очень много анализов. Я иду с тобой. Нет. Я пойду туда одна. А вот когда будут результаты, тогда мы и поговорим. Ну, хорошо. Я тогда поеду... И Костю по дороге заброшу. А ты мне ничего не сказала? Нет. Хотела, но пусть все устаканится. Он уволился, знаешь? Да ладно. Он ко мне в клуб вчера кофеварку привозил. Они с Виталиком чуть не подрались, представляешь? Как это? Да, не переживай, два идиота. Я их по углам развел и все. Все хорошо. Хорошо. Ну, ладно, я-то пойду. Не переживай. Привет, ребят. Доброе утро. Здрасте. Бедняжки, вам тоже приходится ни свет ни заря вставать. Да ничего, мы привыкли. Я когда из спорта ушла, все думала, наконец отосплюсь. Куда там? Ладно, пока, увидимся. Отоспаться не может. Этой Барби, походу, вообще спать некогда. Не понял. Закрыто. А что ты так рано? Мне нужно до работы успеть в поликлинику забежать. Вы заболели? В поликлинику ходят не только, когда болеют. За здоровьем надо следить. Ну, тебе думать об этом еще рано. Пока. Мать сказала, ты работу бросил? Да. Осуждаете? Тут выбор был, либо музыку бросать, либо работу. Не осуждаю. Я же вижу, ты не лентяй, не мамикин сыночек. А и жалко бросать на полдороги то, на что потратил всю свою жизнь. Спасибо. Рад, что вы меня поняли. Да я тебя пойму. Ты вот мать береги, она за тебя переживает. А если будешь ко всем цепляться, то... Кому это я цеплялся? Ну как, Виталик, вчера, например. Да я к нему не лез, он сам прицепился ко мне. Ну, иногда нужно уйти от конфликта, знаешь. И потом, я знаю, там не сильно тебя оскорбляли. Ну, чего тебе на тот сочетают? Ты мальчик большой, сам разберешься. Извините.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Садитесь, я вас подвезу. Это же как удачно мы с вами встретились. Это хороший знак. Вы не переживайте. Обследование простое, закончим быстро. Хорошо. Сколько я помню, вчера вы меньше переживали. Накрутили себя за ночь, да? Муж накрутил. Ну что так? На аборте настаивает. О, Господи. Что, он не хочет ребенка? Не знаю. Он в консультацию ходил, и там врач его запугала при эклампсии. При эклампсии? Господи. Казалось, что я могу впасть в кому. При эклампсии. Как же можно кидаться такими диагнозами? Вы не переживайте, это мы еще посмотрим. Гипертензию даже не установили. При эклампсии, а муж... Я смотрю, нервный у вас. Да. У него первая жена умерла. Поэтому. Ясно. Здорово, чемпионы. Здравствуйте. А что здесь такое происходит? Что за озонотерапия? Чего? Че не на ринге? Так закрыто. Как закрыто? А Виталий где? Так нет, ни Виталика, ни ключей. Странно. Не в первый раз закрывают, должен же понимать-то. Не берет. Странно. Ладно, у меня машина есть, ключи сейчас принесу. Да? Добрый день. Можно? Константин, чем обязан? Это я вам обязан. Точнее, я просто хотел извиниться и спросить, можно ли возобновить занятия. Надеюсь, еще не поздно. Признавать свои ошибки никогда не поздно. Я рад, что ты нашел в себе силы. Спасибо, Павел Григорьевич. А можно прямо сейчас позаниматься? Или вы уже кого-то записали на мое время? Нет. Я знал, что ты вернешься. Давай, начинай. Да. И больше не отвлекайся. А что у тебя с рукой? Да это так, производственная травма. До свадьбы заживет. Тем более, что производство больше не предвидится. Ответь. А потом отключи телефон. О, здорово. Привет. Принц прекрасный. Ну, как твоя романтическая встреча? Очень даже многообещающая. А? Да. То есть ты не ограничился ужином, у вас еще и завтрак был? Ну, до завтрака дело не дошло, мы все-таки люди приличные. А ты мне ответь, ты как друг интересуешься или все-таки ревнуешь? Ревную страшно, даже кушать не могу. Ты знаешь, я так и знал. Добрый день. Здрасте. Николай Бессонов. Да. Капитан Петренко. Вчера вечером возле вашего клуба совершено нападение на Виталия Рогова. Что с ним? Пострадавший сейчас находится в больнице. А врачи что говорят? Травма тяжелая. Я хотел бы опросить ваших ребят, может, кто-нибудь что-нибудь видел, слышал, знает. Да, конечно. Пацаны, идите сюда. В общем, на Виталика было совершено нападение. Он сейчас в больнице. Да, и вот, не знаю, вот товарищ следователь хочет с вами поговорить. А в какой больнице он лежит, я пойду навещу. Не спешите, давайте сначала ответим на все вопросы, тем более, что сейчас к нему никого не пускают. Да, конечно, пойдемте внутрь. Жила. Да.
Нет, прости, пожалуйста. Ну, я случайно задержу. Ладно, 15 минут. Ты преувеличиваешь. Привет. Привет. Не ожидал, если честно. Все-таки решилась на прогулку? Не, знаешь, я не настолько храбрая. Я по делу. Держи. Что это? Твоя зарплата. Ну, если ее можно так назвать. Игорь вообще платить не хотел. Я выбила. Ну, мы вроде как вместе это заработали. Предлагаю вместе и потратить. Может, пойдем в кафе? Рокфеллер? Да это ты у нас творческая натура. Мне же на работу нужно вернуться. Я на 15 минут опросилась. Ну, ладно, ну ты же не до ночи будешь работать. Сегодня в консерватории концерт. Не хочешь сходить со мной? На концерт? Да. Ну, на концерт можно. Здорово. Пойдем хоть до работы провожу. Без прогулки не обойдется, да? Да. Пошли. Значит так, ребята, как я уже и говорил, потерпевшего Рогова в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружил охранник при обходе здания около 10 вечера. Охранника я вчера уже опросил. Теперь каждый из вас мне расскажет, где был в это же время. Да мы же все вместе были. Но мы все вчера к Лехе поехали. Лех, скажи. Ну да. После тренировки вчера все ко мне. А Рогов был не с вами. Его не любят в коллективе. Почему же? Наоборот. Виталик наша главная надежда. Он вообще-то должен был кубок взять. А это клуб сразу на другой уровень выводит. Верно, ребят? Да Виталий у нас вообще молодца. Скажите, пацаны. Да красавчик, красавчик. Да. То есть он со всеми ладил, и никакого конфликта ни с кем не было? Ну, с нами нет. Подождите. Подождите, так это стычка вчера с курьером. Ну, помните, пацаны? Да, да, конечно. Курьер. С курьером? Подробнее, пожалуйста, что это за история с курьером? Да это ничего страшного. Просто парень, курьер, привез кофеварку. Ну, они с Виталиком и сцепились. Все. Что за курьер? Это сын моей жены. Очень интересно. То есть курьер – это ваш родственник, и он был знаком с потерпевшим? Но вообще-то они оба на дочку тренера запали. Ты что несешь-то, а? Да, Надя – моя дочь, а Костя – это мой пасынок. Ага. То есть курьера зовут Константин. Послушайте, это правда ничего страшного. Ну, пацаны сцепились, и все. Ну, у всех бывает. Вообще-то, реально ваш скрипач угрожал Виталику табло набить. Слушайте, а могу я поговорить с этим вашим родственником, с курьером? Ну да. Сейчас позвоню. А вообще ты правильно сделал, что от нас ушел. Учиться важнее. Я в институт не поступила, вот теперь сижу в этом магазине. А еще раз поступать не будешь? Конечно, буду. На следующий год обязательно. А куда, если не секрет? На филфак. Конкурс там большой, а репетиторов не на что нанять. Ничего, ты со второго раза обязательно поступишь. Я же видел, что ты каждую свободную минуту читаешь. О, прости. Ну, а, ничего. Да, Николай? Срочно? Да, сейчас буду. Прости, мне надо бежать. Да, я тоже пойду. А концерт во сколько? 8. Давай без 15:08 у входа в консерваторию. Давай. Пока. Пока. Олег Петрович. А мне вот интересно, как адвокаты ведут свое расследование? Ведь у них нет же всяких баз данных, как у полиции. Они, по идее, даже номера машины пробить не могут. Мало сериалов смотришь. У каждого уважающего себя адвоката есть контакты в полиции. И ему по дружбе сообщают все, что надо. А ты что же, решила адвокатом стать, а не следователем? А, нет, нет, я так, из любопытства. Надя, ты дури голову кому-нибудь другому, а не мне. Какую тебе надо машину пробить? Зачем? А вы можете помочь? Ну вот, собственно, и все. Теперь можете спокойно ждать результатов.
Я думаю, что они будут готовы к середине дня, так что приезжайте вечером после работы. Ой, нет, я в обеденный перерыв заеду. А то до вечера я с ума сойду. Так, Анна, я вас очень прошу, не нужно так переживать. Давайте попробуем ко всему относиться легче, спокойнее. Я вас уверяю, что так будет легче и для вас, и для ребенка, для вашего мужа. Кстати, приходите вместе с ним. Я попытаюсь отговорить его от радикальных мер. Правда? Угу. Ну, вообще, это мысль. Я позвоню ему, спрошу, сможет он вырваться в обед. Спасибо вам. До встречи. Мне важно знать точно, во сколько ты ушел из клуба и куда. И кто это может подтвердить? Ну, это было перед самым закрытием. Где-то около 7:30. Вы угрожали Рогову? Я угрожал? Вы видели этого быка? Чем я ему мог угрожать? И тем не менее, факт конфликта имеется. На какой почве? На личной. Он дурак, ревновал меня к Надьке. Угу. А она же мне как сестра. Зачем ревновать-то? Ну, допустим. Значит, вот сколько вы пробыли точно в клубе и куда потом направились? Я пробыл тут 5 минут. Потом посидел в сквере на скамейке. Не помню сколько, наверное, где-то около 30 минут. Значит, алиби у вас на вчерашний вечер нету, я правильно понимаю? Да какое алиби? Вы сами подумайте. Он же здоровее меня в 2 раза. Что я мог с ним сделать? Знакомьте, пожалуйста, и распишитесь. Значит так, гражданин Фоменко Константин Константинович, в ближайшее время из города вам лучше не выезжать. И здесь, пожалуйста, распишитесь. А что это у вас с рукой? Это ничего. Это я вчера упал еще днем. Понятно. Мне кажется, вы не там ищете. Мои ребята это сделать не могли, а Костик тем более. Почему вы так считаете? Ну, потому что Костик музыкант, чуфяк, мухи не обидит, он скрипач. Знаете, вместо смычка взял палку железную, подкрался сзади, хрясь. Тут же много сил не надо. Нет, мы, конечно, еще определим характер раны на предмет выявления орудия. А вы мне лучше скажите, ваш родственник, как давно у него травма руки? Да не помню. Не помню. Ну вот вчера в клуб он уже в повязке приходил? Да вроде да. Слушайте, я не помню. На самом деле, вот у него травма не от удара. Поверьте мне, как профессионалу. Нет, конечно, ваше экспертное мнение по характеру травмы руки для нас ценно, но я же понимаю, что вы всяческими способами будете защищать, выгораживать своего родственника. Так что прошу вас, не вмешивайтесь в это дело, мы разберемся. Всего доброго, до свидания. Понятно. До свидания. До свидания. До свидания. Полноценной тренировки все равно не получится, ребята все на взводе. Вот я и подумал. Может, сходим пообедаем? Ужас какой. А Виталик это который из ребят? Я их пока не очень различаю. Виталик-то? Ну, это... Какой? Ну, такой, знаешь, ну, красавчик. Красивее тебя? Ну, это махнуло. Ир, кстати, скажи, ты не передумала наш клуб покупать? Не знаю. Я вроде все уже так удачно разместила, бойцовский зал. Угу. А вы что, надумали продавать? Нет, нет, пока нет. Ну так что, пойдем пообедаем? Прости, Федя, у меня сегодня завал. Давай в следующий раз. Как скажешь. Пока. Thank you.
что, боец, что делать-то будем? Вы ничего. Это мои проблемы, и я сам их решу. Ну и как ты собираешься их решать, интересно? Я-то знаю, что не виноват. Надо подождать, когда этот ваш Виталик очнется и сможет дать нормальные показания. Он же наверняка видел, кто его шандарахнул. А если нет? Там будет видно. Вы, главное, ничего никому не говорите. Особенно маме. Сами же просили ее не беспокоить, да? Да. Походу, Виталик на кубок уже не выйдет. Ага, только с таким раскладом нам новых пацанов не дождаться. А сами мы клуб не вывезем. Я вот только одного не понимаю, правда. Как скрипач с Виталиком справился. Ну это да, тема. Виталик же его мизинцем перешибет. Перешибет. Это если по чесноку. А если так вот по-тихому из-за угла, мне больше всего бесит. Ну вот что Николай его так защищает, а? Ну понятно, да, родственник. Вот ну, ты сам сказал, что Виталик наша единственная надежда. А теперь все по боку. И Виталик, и мы, и клуб. А вдруг это и правда не скрипач? Ну мало ли кто-то захотел мобилу отжать или кошелек. Так не отжали же, не взяли ничего. Мне лично кажется, если бы Николай не был уверен, что это не его пацан, он бы не стал за него так вписываться. Он реально мужик. Ну это теперь пусть следак разбирается. А нам нужно думать о себе. Вон, пацаны ушли в полеты, довольны. Ну, да, тренер не Бессонов, конечно. Ну а что, зато новый клуб после ремонта, душ, все удобства. Тем более нас новая соседка все равно перекупит, это точно. Да, походу, как раньше, уже не будет. За старшего. Девушка, здрасте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а Виталий Рогов, он в какой палате? Рогов, так. Из интенсивной терапии его перевели в обычную. Ага. Можно к нему пройти? А вы кто? Тренер. Врач запретил любые посещения, кроме ближайших родственников. Вы понимаете, он мой лучший спортсмен, и весь боксерский клуб за него переживает. Ну что ж, ваш боксер защититься не смог. На него напали сзади, ударили по голове. Ничего, ту сволочь найдут. Да-да, следователь приходил. Вот пускай копает. Ну скажите хотя бы, как он себя чувствует? Он пришел в себя? Да, ну пока он слабый, мы наложили швы. Повреждений черепа нет, но сотрясение очень сильное. Сейчас у него родители. А, родители, да? Ну хорошо, тогда хоть фрукты передайте. Да, конечно. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. К Виталику пока нельзя. Да, я знаю, мне на посту сказали. Как он? Уснул. Врач сказал, что он должен спать больше. Чтобы, значит, никакого напряжения. Лежит бедненький, такой бледный. Что толку, что он этим твоим боксом занимался, поганым? Если он даже защитить себя не смог от этой сволочи. Виталий, честно, бои бы выиграл. Вы не волнуйтесь, парень молодой, он поправится быстро. Ну, вам, конечно, бы хотелось, чтобы он быстрее поправился.
чтобы он к чемпионату успел. Вас волнует только это. Вы не правы. Я понимаю, вам очень тяжело, но вы зря, честно. О, Господи, а если он на всю жизнь инвалидом останется? Ну что, перестань. Надеюсь, следствие во всем разберется. Когда мой сын поправится, мы очень серьезно подумаем, стоит ли ему впредь посещать ваш клуб. Михаил, вы меня не жалейте. Говорите на чистоту, все как есть. Анна, так, для начала давайте с вами успокоимся. Результаты вашего обследования в норме. Спазма сосудов не обнаружено, сворачиваемость крови хорошая. Насколько я вижу, отечность не наблюдается. Давление за последние сутки нормальное, так что ни о какой гипертензии речи не идет. Правда? Ну, конечно. Честно говоря, я в этом был уверен и раньше, но не хотелось быть голословным, нужно было это все проверить. А скачок давления, мне кажется, что это разовое явление, это из-за ваших переживаний. Ой, спасибо вам. Прямо гора с плеч. А как насчет низкой плаценты? Ну, вот это нужно проверить. Давайте сделаем с вами повторное УЗИ и посмотрим, насколько низко она расположена. Давайте так, вы завтра ко мне придете, ну и мы с вами во всем разберемся. Хорошо, хорошо. Как жаль, что мой муж не смог вырваться с работы. А можно я заберу результаты, чтобы ему показать? Берите. Спасибо. А где пацаны? Ушли. Коль, мне с тобой поговорить серьезно надо, только давай без нервов. Что случилось? Да ничего нового, Коль, не дергайся. Да, правда, извини, я что-то какой-то дерганный в последнее время. Я у Виталика в больнице был, представляешь, родителей встретил. Как будто я, в общем, виноват. Коль, ты не виноват. Тебе просто не повезло. Вернее, нам всем не повезло. В общем, как ты понимаешь, мимо чемпионата мы уже пролетели. Да и ребята, которые у нас есть, в другой клуб собрались, я знаю. Поэтому я предлагаю принять предложение Ирины. Ты в своем уме? Коль, мы договорились спокойно. Мы договорились? Может, еще где-то договорился? На ужине? Ужин здесь совершенно ни при чем. Ирина мудрейшая женщина. Она свой бизнес с нуля подняла. Значит, что-то в этом понимает. Мы от этого только выиграем, Коль. Выиграем, да? Выиграем! А ты знаешь, что нас отсюда выгонят, и здесь будет бассейн! Какой бассейн? Чего ты взял? Я знаю! Ты действительно не веришь, что мы поднимемся? Нет. Пошел вон. Коль. Пошел вон! Привет. Здрасте. А где наши мужчины? Нету еще. А откуда вы такая счастливая? С работы. У вас там праздник какой-то? Да нет. Привет. Я уже дома. Поговорить? Сейчас? Где это? Хорошо. Хорошо, я скоро буду. Угу. Надя, мне нужно отъехать.
Николай с Костей придут, скажи, что я скоро буду. И помой, пожалуйста, фрукты. Непременно. А можно мне черный чай? Да, конечно. Спасибо. Привет. О! Привет. Сто лет студент. Совсем к нам не заходишь. Слушай, ну перестань. Мы с Колей так друг другу на тренировке глаза мазали. Если я начну еще к вам в гости ходить, так это вообще свихнусь. Что-то случилось? Да ничего. Ты будешь что-нибудь? Я чай заказала. Ну, рассказывай. Да чего рассказывай? Коля тебе ничего не говорил? Про что? Ясно. Ну, что ему предложили клуб продать? Соседка наша Ирина. Она целый этаж там выкупила под фитнес-клуб. И была у нас надежда на победу Виталика в чемпионате. Но парень в больнице. Виталик в больнице? А что случилось? Травма у него. В общем, мы у разбитого корыта. И предложение Ирины, по сути, наш последний шанс. И главное, Ирина ничего менять не хочет. Мы также будем продолжать работать в составе ее клуба. Но Коля уперся рогом, ни в какую. Ваш чай, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Значит, он считает, что это правильно? А еще он считает, что она собирается в нашем зале бассейн устроить. Я не знаю, правда, с чего он это взял. Послушай, я в ваших делах совсем не разбираюсь. Ты что хочешь от меня? Я хочу, чтобы ты с ним просто поговорила. Просто поговори, убеди его. Вам ведь деньги нужны? Нужны деньги? Ну вот, у вас вон жильцы съехали, вам квартиру ремонтировать надо, Кости в Париж. Не знаю, вообще. Да. И вообще. Ты знаешь, я с Колей разговаривать не буду. Это бесполезно. Он мужчина, и он сам принимает решения. Ты его знаешь. Я хотел поговорить с вами отдельно, поскольку, как я понял, вы ближайший друг потерпевшего. Ну да. Еще со школы. Угу. Ну тогда, наверное, вы в курсе про дела, так сказать, сердечные. Да как сказать. Там и дел-то особых не было. Угу. Виталику Надя Бессонова нравится, а она крутится своим этим сводным братом-скрипачом. Угу. А что, удобно? Они в одной квартире живут. Ну, в общем, Виталик переживал сильно, надеялся на что-то. Думал, кубок возьмет, она по-другому на него посмотрит. Понятно. Скажите, а вот в тот вечер никого подозрительного не заметили? Может быть, кто-нибудь около клуба ошивался? Вы ведь раньше ушли, чем Рогов? Ну да, мы к Лехе пошли, а Виталик остался удар отрабатывать. Угу. Точно. Я же, когда мы только отошли, вспомнил, что телефон в раздевалке забыл. Ну и вернулся за ним. Так. Так вот там за углом в стороне кто-то стоял. Ну я значения не придал, мало ли, но... Описать этого человека можете? Да вряд ли. Ничего особенного. Парень молодой. Темная куртка, джинсы. Джинсы. Худощавый. Скажите, а мог бы это быть Константин Фоменко? Ну, по комплекции похож. Но точно сказать не могу, я его только мельком видел. Если б знать. Так, похож. Хорошо. Спасибо вам за информацию. Как дела? Нормально. Костя, я слышу, а Аня где? Понятия не имею. Чего, не приходила еще? Ну, почему приходила, потом ей кто-то позвонил, и она сорвалась. Куда?
Не знаю, она мне не докладывалась. Наверное, опять тому индюку на дорогой тачке. Ты что несешь? Какой индюк? Ну, утром она сказала, что она собирается в поликлинику, а потом села в эту тачку. Полчаса назад пришла, так вся сияла, разве что не пела. Надь, ты что-то путаешь? Ну, хорошо, путаю, так путаю. Я Ане доверяю. А я никому не доверяю. Никогда не знаю, что у другого человека может быть в голове. Вот тебе кто-то пишет, пишет, потом оп, и замолчал. И ни ответа, ни привета. Что, парень, да? Ну ладно, ладно, не хочешь, не говори. Вообще ничего не знала. Из папы слова не вытянешь, а прочитала на твоей странице, что тебе по голове врезали, и ты тут валяешься. Представляешь, прибегаю, а меня пускать не хотят. Я им там наплела, жалились. А что наплела? Да, забей, ерунду всякую. Как ты? Голова болит? Болит. А тебе отец ничего не сказал? И братик тоже. Какой братик? Ну, Костик твой любимый. А он знает? Ну, еще бы ему не знать, если он главный подозреваемый. Ко мне уже следователь приходил. Слушай, бред какой. Костя? Да он в жизни никому не врезал. Да и зачем ему тебя бить? Ну, приревновал тебя. Меня? Ты мне реально как брат. Ну да, конечно. Я видел, как он тебе розы покупал. Да, это он как раз не мне. Это он влюбился там в девицу. Постеснялся ей дарить и отдал мне. Он же тюфяк. Ну а что ж ты тогда с этим тюфяком вовсю флиртовала? Что, что? Не ясно разве? Вот поэтому-то я и ушла из спорта. Все боксеры – дураки. Что-то быстро твоя невеста выскочила. Ругались? Нет. Коля! Коль! Привет. Привет. Я прошла обследование. Вот результаты. Все в порядке, никакой угрозы нет. Ну, круто. А ты в частную клинику, да, выходила? Да, но цены там нормальные. Аня, ты не знаешь, что этим частным клиникам доверять-то нельзя? Они там тебе наговорят стрекорба, чтобы проходила всю беременность и деньги платила. Ты же, наверное, еще раз пойдешь туда, да? Ну да, завтра на УЗИ. Они там, понимаешь, не лечат, они калечат. Ань, пойми, я только переживаю из-за твоего здоровья. Той врачихе из консультации ей от тебя никакой выгоды. А эти платные клиники – это бизнес. И они боятся, что потеряют клиента, если ты сделаешь аборт. Никогда не говори этого слова. Никогда. Ты мне скажи, наконец, правду. Ты просто ребенка не хочешь? Ну и ладно. Я сама одна рожу и воспитаю. Что значит «сама»? Ну, то и значит. Одного ребенка я вырастила, и второго выращу. Ань, пожалуйста, я понимаю нервы, я понимаю, у тебя гормоны играют. Ну, ты ерунды-то не говори, ладно? Я рад, что все хорошо, что ребенок развивается нормально, но я считаю, что нужно еще раз все перепроверить. Ань!
Вы не переживайте. У них на Костю ничего нет. Это дело абсолютно бесперспективное. Они ему... Да никакой статьи они ему впаять не могут. Что? Какую статью? Вы ничего не знаете? Пап, ты... Ты не сказал ничего, да? Что не сказал? Коля? Костю подозревает в нападении на Виталика. Костю? Моего Костю? А, и ты решил скрыть это от меня? Да ничего я не решил. Костя! Извини. Я даже не спрашиваю тебя, почему ты мне не рассказал о том, что тебя подозревают в нападении на Виталика. Но ты мне скажи, что мы теперь будем делать. Ничего. Пускай полиция разбирается, я ни в чем не виноват. Это не мое дело, и уж тем более не твое. А когда тебя посадят в тюрьму, это будет тоже не мое дело? Ой, все, мама! Ну ладно, Костя, ребенок. Ну как тебе могло в голову прийти скрывать это от меня, а? Да какой он? Да просто мы не хотели вас с Надей раньше времени грузить. Моего сына подозревают в преступлении, а ты называешь это грузить. Да подожди, никакого еще обвинения нет. Просто мы хотели дождаться, пока Виталик очнется, и спросить, кто на него напал. Кстати, что Виталик-то говорит? Ничего. Ему следователь сказал, что это был Костя. Господи. Ну надо же что-то делать, ну что ты сидишь? Я сказал следователю, что это не Костик. Ну конечно, это же не твой ребенок. Тебе все равно. Тебе этот Виталик дороже. Потому что он же твоя надежда. А Костика, конечно, пусть сажают. Между прочим, Виталик лежит в больнице с проломленной башкой. Я сейчас сомневаюсь, что это не твой Костик. Судя по его поведению, он способен черти на что. Что ты сказал? Вон. Что? Вон из моего дома. И чтобы я здесь тебя больше никогда не видела. Хорошо. Эй, ребят, крый! Я никому не позволю, чтобы обижали моего ребенка. Да вы оба уже того! Ты меня, конечно, извини, но вот сейчас ты не прав. Я не прав. Да, ты представь себе. Нельзя ее бросать в такой ситуации. Я бросаю, да? Ты слышала, что она сказала? Да какая разница, что она сказала? Ну, представь себя на ее месте. Если бы со мной что-то случилось, она знала и скрывала это от тебя. Хотел, чтобы никто не волновался, в итоге я виноват. Ты какого черта-то влезла, а? Ну, а какого черта ты от меня это скрыл? Ну, ладно, я понимаю, Ванне побоялись сказать, но ну, мне-то... Ну я же будущий юрист, я могу помочь. Помогла? Юрист. Ладно, со мной едешь или остаешься? Костя. Пожалуйста, объясни мне, наконец, что произошло. Мам, давай потом, меня уже ждут, ладно? Нет. Пока ты не расскажешь мне, что на самом деле было и в чем тебя подозревают, ты никуда не пойдешь. Хорошо, я сам не знаю толком, что там было, но следователь думает иначе. Я могу идти, хорошо? Здравствуйте. Фоменко Константин Константинович здесь проживает. Следователь Петренко. Фоменко Константин Константинович. Вы обвиняетесь по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нанесение тяжких телесных повреждений. Прошу вас, пройдемте со мной. Как же так? За что? Что нам теперь делать? Лично вам, мамаша, нужно успокоиться. Вернуться домой. Раньше надо было за сыном следить. Теперь суд решит. Держите постановление.